Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Только что я вам рассказал о том, что мы хорошо отработали по Каховской ГЭС, которая по дороге которой перевозили оккупантов через Днепр, и также по Мелитополю, где была укондропуплена железная дорога. Как пришли очередные новости о шикарной работе наших ракетных установок. Значит, попали по четкий, точечный удар, красивейший, по гостинице в красном луче. Значит, попали четко по гостинице. Там в это время квартировали несколько подразделений расистов. По данным нашей разведки, порядка 100 человек отправились на концерт Кобзона. Фотографии, как обычно, у нас на телеграм-канале, ссылочка снизу. Ну, там уже уборка после того, как это все произошло. Но, тем не менее, по данным нашей разведки, отработали исключительно точечно, красиво и качественно. Потому что люди не пострадали, ну, а с расистами, ну, уж получилось, как получилось. Мы их в Украину к себе не звали. Они пришли без спроса. Ну, пришли без спроса, значит, пускай и не обижаются. Слава Украине!